розмінування. Тільки за вчорашній день, рятувальниками виявлено понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів за добу. Це і снаряди, це і залишки вибухівки, і патрони, і міни розтяжки. Зокрема, фіксують міни розтяжки, які є в будинках, особливо заходили в будинки, якщо виявляли фотографії військовослужбовців українських, або якісь документи пов'язані, або українська символіка. Або навіть от сьогодні розказали, що в офісі рятувальників, пожежників, які фактично залишили там, залишали розтяжки, гранати з тим, щоб люди, які зайдуть першими в ці будівлі, підірвалися на цих гранатах. Всі, хто це бачить, прокурори до цього ставляться таким чином, що ми про це проговоримо конкретно, коли ми закінчуємо слідчі дії. Коли вже прокурор надає вам цифру або говорить про підозрюваного, це означає, що є матеріали справи і проведення слідчим шляхом ми прийшли до того будинку. У мене нема родини. Я сам граю. Що б ви хотіли сказати росіянам? Раша? Скажіть, як ви вважаєте, у Бучі є майбутнє? Це говорить так ті, на кого автомати не наставляв. І ти стоїш і не знаєш, він вистрілює. Буває стріляє, буває. Це як йому в голову. Олег, а скільки вам років? 61. Олег, вторая. І от здесь покрую за домами. І все, Сайгон. І все остальное. Ну, такая численность примерно в... Войск? Да. Приличная. 1000 точно. 1000 точно. Возраст тех, кого я видел, 18-20 и 35-55. Вот такая вот. Расскажите о пытках, которые проходили там. Ваши знакомые? Пока не знаю. Пока тяжело. Я тоже не могу ходить. Это пока неизвестно, потому что многие знакомые пропали без вести. У меня жены брат в Гостомеле. Самое начало войны пропал без вести, вообще неизвестно, ничего никак. То есть есть здесь, просто кто-то уехал, кто-то без света, без связи. То есть, ну, есть вопрос, ну, вариант, ну, разные варианты. Может, живые, может, спины, может, ну, по-разному. День и ночь они стреляют, идут бои. Ми не знали, ми не могли вийти. Дитячий садочок теж був під прицелом. Вони знали, що ми там живемо. Нас було семеро. Ну, якимсь чином вони не заходили до нас. Але як це, патруль, як сказати? Патрулі, да. Патрулі навколо дитячого садка були весь час. І находили патрулі. Да. І якщо, ну, вам це б, якби ви знали територію нашу, от по ту сторону цих будинків дорога, йдуть танки, і по цій от Тарасівській вулиці їздять танки. Тобто ми навколо нас танки. А тут стояв блокпост. Я вже так, у дворі теж вони були розміщені. Не питаючи. Не питаючи. Був тиловиків. Немає звіку. На наш прибіг хлопчина без крові. 14 років. 14 років. І просто кинув. І він собі людина вражена була ситуацією, що хлопчик тихо сказав, мого тата вбили на моїх очах. Мені не дозволили до нього підійти. Цей тато лежав ось тут два дні. До нас лізли. І
з автоматами вражали, але ну, якось нас погнило. Так, як це, не розумію, вони приходять, а як ви їх відганяли? Я? А я трошки безбашена, я на них кидалася. Я їм сказала, я 10 років назад хату тільки почала строїти, сьогодні я її построїла. Не для того, що ви мені її розрушили, і нафіг ідіть отсюда. Конечно, не понимаю, не знаю, с какой стороны, но, видимо, ну, крови я не, ничего я не видела, но то, что были положены цветы, я поняла, что это, ну, как сказать, в память. Спасибо большое. Так что я не... Ну, вообще, конечно, картины страшные. Вот, вот пожар, как стреляли, где стреляли. Пожар, смотрю. Я-то тут в центре жила, как бы. И тут эти танки были. Мы даже и носа не высовывали. Единственное, я иногда ни времени наблюдали, ни какой день. Я вчера только узнала, что это 4 апреля. И, значит, кругом, ну, как сказать, черно в небе. Это видно пожарно. Поэтому я просто к чему это говорю. Мы даже, ну я калитку открывала, может быть, один раз в день, просто посмотреть, что тут. Ну, на нашем переулке кто-то поставил большой длинный автомобиль. Я думала, это российский автомобиль. Но, видимо, это наш, потому что он до сих пор стоит. А с другой стороны были перекрыты деревья, попилены были. И поэтому у нас танки по переулку не ходили. Я открывала посмотреть, что вообще тут творится, калитку. Потом закрывала и сидела тут. Меня допрашивали где-то около часа, вывели за ворота. И не очень грамотные люди даже спрашивали, не был ли я в УПА. УПА – это Украинская повстанская армия, разгромленная в 1956 году. То есть для них УПА еще в их пропаганде жива. Да. И, наверное, и Бандера, им говорят, что живой, воюет против них. Здесь недалеко, возле железной дороги, вот мы находимся, здесь недалеко в кювете лежит машина, раздавленная с трупом. Мужским или женским, непонятно, там рука только видна. Они просто переехали танком эту машину с человеком. Ну и также были убиты несколько наших соседей дальних, которых я знаю, ну, не на моих глазах, но они вот вышли, имели неосторожность выйти, когда они там стояли, их застрелили. Женщину, ребенка, мужчину. Я постарался собрать все доказательства, которые есть. Они стояли блокпостами возле нас, несколько блокпостов. Я собрал их, остатки их пайков армейских с надписью «Армия России». Я сфотографировал эти разрушения на мобильный телефон, вот эти все от снарядов. Сфотографировал даже тела, которые есть. И буду свидетельствовать, как ученый и как журналист, буду свидетельствовать в любом суде против России. Можно сказать, что мы не видим тут явных ознак загибания от вибухових пристроїв або від ракетно-бомбового удара. У одної жінки ми вже явно бачимо, що це фатальне поранення, не виключно, що це з автоматичного зброї. Подальше підтвердити. Ну і, звичайно, будемо встановлювати хати на хаті. Я хочу сказати, що на території Бучі, Кіляї, взагалі, у звільнених містах, які попередньо були окуповані містами Російської Федерації, це не єдине таке масове горище або окупування.
Пожарят, тут все танки горят, да, и все горят. Он говорит, туши, Серега, а там Юрий забор. Я тушу, и бегом, я же бегом работаю, и он хотел мне голову дать, вот там, на крыше, там, Макснарк, россияне, понял? И я, когда тушу, хлопок такой, ой, и все, и я думаю, и бачу кровь такая, типа, знаешь, я уже думаю, до утра уже, вези в больницу, вези меня в больницу, то я убучу, я пошел, например, сказать, в больницу, в хирургию. Він каже, вживую давай достанем. Рентгеном каже, сделай. Я сделав рентген, там девушка рентген сделала. Вона каже, що осколок є. Але страшно було. Я, знаєш, я боявся, що вбили. Знаєш, я ходив, і, ну, це страшно було, розумієш? А як звати вас? Лариса Савенко. А скільки років вам? 72. Лариса Савенко, 72 роки. Запиши до цього. А ви родом відсюди? Дочечка, ну тут я живу дуже давно. З 80-х. Ви жили, коли були русські? Ні, ні. Все время жили здесь? Все время здесь, да. А как вы умудрились выжить? Ну, молилась Богу, конечно, и Пресвятой Деве Марии, это естественно, потому что, вы же сами понимаете, без веры в Бога, это же, наверное, нельзя было выдержать. Вы были дома, когда это было? Да, мы все были, мы в погребе сидели. Сначала я видела в окно, там, где выбито все. Это всегда было. А в погребе там было? Консервация, картошка, там все есть. Это дело... ваш дом, да? Да, да. Все, это мой дом. Вон, посмотрите, там все течет, вон, половина, это детская разбита вся. Вы знаете, перед этим, ну, у меня уже как бы правило, что ли, я получаю пенсию, я делаю закупки всегда, наперед тебе. То есть у нас запас были всего понемногу, но все должно быть. А самое главное, было мясо для собак. И крупа. Это и кошкам корм. Это святое. Что, это все пострадало? Нет, это ничего не пострадало, сыночек. Это все в порядке. Мы на этом живем. Не пострадало, получается. А комната пострадала, и полдома течет. А моя комната, зал, вот крыши нет. Посмотрите. Вчера сняли какой-то очень большой снаряд, сняли с крыши. МЧСники. Лариса. Снимал, так? Колорадская ленточка в крови, уже крови. А? Он это заснял, говорит, это символично. А я ему показываю фрагмент ноги. Ну, а да, я там, да. Там стоял. Там стоял. Ну, я ее видел еще на пациенту. Говорю, а это? Нет, говорит, это неинтересно. А вот ленточка символична. Ну, с ленточкой они все там все носят, были привязаны. Да, да, да. Ну и что, они же ехали сюда убивать бендеровцев. Вот послушайте, был контакт у нас с двумя молодыми парнями. Интеллигентного вида, русские. Так, извините, говорили. Высокий, красивый парень. Вот. Мы, говорит, ехали, у нас приказ был не стрелять. В их направлении началась стрельба. Я говорю, так вы же границу пересекли? Ну, правильно. Ну, правильно я сказал. Правильно. Пограничники начали стрелять. И вот они взбесились. Потому что
что я еще за день до войны говорил, что Путин будет у родителей бедных россиян выкупать детей и пускать на мясо, на фарш. Вот сюда пускать. Ради чего, непонятно. То есть, ну, человек, у которого двое детей, это просто непонятно. Да есть, как раз не купишь.